Почему ты внезапно решила уволиться? Значит, господин Ван рассказал. Извини, я подвожу вас. Другая компания хочет нанять тебя. Нет. Я возвращаюсь в свой родной город. В родной город? Зачем? Я просто устала. Это из-за Джан Юя? Нет. Я больше не могу этого вынести. Как женщины-исследователи, мы очень ценны. Но вершины успеха достигают немногие. Я не знаю, какой смысл мне упорствовать. Он есть. Благодаря плану ты можешь двигаться вперед. Но я не смогла переубедить родителей. Изменит ли плану лечение людей или нет, для моих родителей это ничего не значит. Они волнуются только за свою дочь. 30-летняя полная девушка, одинокая, живет в незнакомом городе. Я подвела их. Но если ты уволишься, ты подведешь себя. Да, я бы тоже так думала быть немного моложе. Но кто я такая? Ты тоже была там. Я Ли Чунджань. Женщина-врач, которая прилежно училась около 20 лет. Даже такой человек, как он, может смеяться надо мной и смотреть свысока. Это бессмысленно. Чунджань, тебе следует успокоиться и все обдумать. Не торопись с решением. У тебя есть время. Ладно? Обращаться с такой просьбой в такое время не очень тактично, но у меня нет выбора. Моя семья подтолкнула меня к этому решению, похоже. Мне не достичь успеха как исследователю. Почему бы не стать хорошей дочерью хотя бы? В этом мире мы должны хоть что-то сделать. Я права. Прости, Дзянин. Чунджань, останься. Да, Чунджань, не уходи. Если хочешь уйти, дождись хотя бы конца года. Нет. Дождись лучше, когда вернется Дзянин из конференции. Чунджань, останься. Не уходи. Да. У моего отца плохое здоровье. Моя мама уже в возрасте. Им нужна помощь. Жаль, конечно. Другого выхода нет? Да ничего страшного. Что бы ни произошло, Ли Чунджань уйдет. Но господин Ван надеется, что она останется. Что собираешься делать? Если она уйдет, то никогда не вернется. Больше мы никогда не увидим ее. Она тебе сказала. Ее родители уже нашли ей работу учителем химии в средней школе. Это хорошо. Он все равно упрямится. Его нужно подтолкнуть. Алло. Случайно набрал. Так. Ты правда уезжаешь? Если больше ничего, я вешаю трубку. Подожди.
Чунжань. А? Удачи. Спасибо.